Заслуженный педагог Гагаузии Валентина Микотина 50 лет посвятила преподавательской деятельности. Сегодня она на пенсии, но полна неутомимой жизненной энергией. Она активно участвует в различных общественных мероприятиях. В этом ей помогает целеустремленность и желание сплачивать людей. В Гагаузии Валентину Георгиевну знают многие. Она создала в Камрате один из первых реабилитационных центров «Фиданджик» для детей с особыми потребностями, а затем ассоциацию «Вдохновение», в которой были задействованы воспитанники центра после достижения 18 лет и люди преклонного возраста. Любовь к детям, желание помочь им придавало ей сил на протяжении всего профессионального пути. Хотела работать в детском саду. Обучалась в Бельском пединституте, окончила его. Направили меня в Камрат. В 70-х годах приехала и устроилась на работу. 30 лет работала в садике. 20 лет посвятила работе в реабилитационном центре. Да, вот озил ишледим садикте. Ермилда ишледим реабилитационный центр. Валентина Микотина – человек с неиссякаемой жизненной энергией, массой инициатив и планов. Она способна сплотить вокруг себя людей разных возрастов. Она долгие годы помогала детям с особыми потребностями и их родителям преодолевать трудности. Пек прост бізе олду. Зерачелем у ушакла дурудла саклы евде, хепсичи. Когда мы начинали изучать, как живут дети с особыми потребностями, мы были поражены тем, что они боялись выйти из дому. Это было трудно осознавать, что в нашем обществе это имеет место. Ни одна из этих семей не знали друг друга. Составили список, но это было нелегко сделать, так как они стеснялись этого. В то время 113 детей нуждались в нашей поддержке. Да, онлардан уже бактык не англары барынча центрда болсуна, англарын да евде гезжес, консультация апчес ушаклары. Часть из детей начали посещать реабилитационный центр «Фиданджик». Методики работы с ребятами сотрудники центра обучались в Польше и Румынии. Педагоги учили воспитанников основным навыкам, ремеслу изготовления различных поделок и организовывали их досуг. И сегодня Валентина Георгиевна постоянно навещает семьи, с которыми ее столько связывает. Ике семья гиттим дюн. Да, ушакла ачан гёрдиля узактан та. О, Валентина Георгиевна, бян сели танадым узактан та. Вчера навестила две семьи. Дети, завидев меня, с радостью встречают. Говорят, что еще издалека узнают. Я уже 5 лет как не работаю в центре. Уже годы берут свое. Но детей, которые в моем списке, я стараюсь всегда навещать. Ушакла, список та, бян он нар сары савашем херкера долашма. За профессиональную деятельность и активное участие в жизни общества Валентина Георгиевна награждена множеством дипломов. Ее деятельность помогает многим, а стойкость, вера в лучшее и целеустремленность являются примером. Татьяна Ставилова, Григорий Ставилов, Ирина Резунец, ГРТ Новости.